Якщо... Я маю на увазі, якщо все піде за планом, в нього буде товар. Ти його візьмеш. Але не дуже радій. Как с Винни Джонсом, мы старались найти самого лучшего в Британии, в Америке. Мы нашли Винни Джонса, в Украине мы нашли Женю. Я ожидаю того же самого, что было в Литве у нас. 300 тысяч зрителей. Озвучил героя в фильме «Занесло». Процесс занял где-то 2,5-3 часа. Как-то так быстро. Ты стоишь в студии перед микрофоном, там показывают тебе кадр, который ты должен озвучить. И желательно, естественно, ну не желательно, а надо стопудово попасть в артикуляцию героя, вложить украинский текст. Жесткий, но я надеюсь, что он крутой, конечно. Хай здається нам каюк.